8 мая 1945 года. В течение 8 мая войска 3-го Белорусского фронта, продолжая бои по очищению от противника косы Фришнерун, заняли крупные населенные пункты. Войска 1-го Украинского фронта после двухдневных боев сломили сопротивление противника и 8 мая овладели городом Дрезден, важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии. В предместье Берлина, Карлсхорсте, в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных силах.